Поэтому рецепту блины получаются с большим количеством дырочек и очень мягкими. Готовятся они легко, поэтому их смело можно сделать даже на завтрак. Для приготовления этих блинов нужно купить в магазине сыворотку или же использовать домашнюю. В тесто добавляются сухие дрожжи, однако смело можно использовать и свежие, только их количество нужно уменьшить в 2 раза. Сыворотка 0,5 столовой екона. Соль 1 щепотка. Сахар 1 столовая ложка. Дрожжи сухие 0,5 чайных ложки. Масло растительное 0,5 чайных ложки. Мука 3 столовые ложки. Количество порций 1. Подготовьте ингредиенты. В миску влейте теплую сыворотку. Добавьте соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешайте. Добавьте муку и хорошо перемешайте тесто. Влейте масло растительное. Снова все перемешайте. Оставьте тесто на час в теплом месте. Разогрейте сковороду и налейте на нее половником тесто. Жарьте блин до красивого и румяного цвета. Таким образом приготовьте все блины. Вот такие блины на сыворотке вышли.